Приветствуем вас, дорогие зрители, на канале интернет-магазина серебряныяптица.рф. Сегодня мы подготовили обзор оригинальных новинок серебряных украшений. Вас ждет невероятное сочетание классики и современного модерна. Готовы? Тогда начинаем! Открывает обзор новинок комплект из серебра 925 пробы в покрытии платинирования. Серьги и кольцо выполнены в классическом стиле и украшены вставками из культивированного жемчуга и небольших фианитов. На серьгах крепкий английский замок, вставки расположены на основании серьги, подвесная часть отсутствует. Кольцо имеет узкий ободок, дизайн всего комплекта минималистичный и аккуратный. Украшения идеально подойдут для повседневного использования. Посмотрите на этот стильный комплект из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставки – прозрачные фианиты и культивированный жемчуг, ставший настоящим трендом этого года. Последние годы классические правила ювелирного этикета немного стерлись, зато настало время самовыражения и экспериментов. Именно поэтому украшения с жемчугом с их утонченным дизайном превратились в идеальных спутников на каждый день. На ваших экранах серьги из серебра 925 пробы. Модель представлена в двух вариантах покрытия – родирование и золочение. Вставки – имитация жемчуга и фианит. Английский замок надежно закрепит серьги на ушке. Дизайн изделий представляет собой современное исполнение классики, небольшие и очень актуальные в этом сезоне украшения. Идеальный вариант для создания нежного и женственного повседневного образа. Наша следующая новинка – броская и акцентная брошь из серебра с имитацией жемчуга. Крупный паук с тонкими изящными лапками легко сочетается с разными стилями и образами. Надевая такую брошь, готовьтесь к неожиданным добрым вестям и подаркам судьбы. Ведь испокон веков эти существа символизируют удачу и богатство. Обратите внимание на следующую новинку – нетривиальный комплект из серебра без вставок. Изделия выполнены в форме змеи с очень высокой детализацией. Ураборос – свернувшаяся в кольцо змея, кусающая себя за хвост, символ вечности, перерождения и женской силы. Издревле змеи считались мудрыми существами, и всем нам известна их способность к искусительству. Такое украшение станет изюминкой образа, продемонстрирует особый характер своей владелицы и идеально завершит образ в этническом стиле. Для ценительниц природных мотивов наша следующая новинка – серьги и кольцо из серебра в покрытии золочения без вставок. Декоративная часть выполнена в виде контуров цветка со слегка выпускной серединкой. Комплект подойдет для прогулок, визитов в гости, создания повседневного образа. Флористическое украшение всегда ассоциируется с нежностью и женственностью, расцветает с ними и сама обладательница, и те, кто ее окружают. На ваших экранах серьги из серебра в минималистичном стиле модерн. Доступны в двух исполнениях – в покрытии платинирования и золочения. Декоративные части в основании серьги и в подвеске выполнены в форме двух граней пирамиды и накладываются друг на друга. Поверхность изделия отшлифована до зеркального блеска, что позволяет с легкостью блистать и своей обладательнице. Украшение со строгой геометрической формой идеально подходит к классическому образу, делая его современным и даже немного футуристическим. Этот шарм для тех, кто ценит новизну. Следующая новинка – серебряный браслет без вставок. Дизайн минималистичен, его особенность заключается в том, что браслет состоит из двух частей – жесткой полудуги и цепочки на тыльной части изделия. Обратите внимание на замочек, как он удобно застегивается и при этом надежно закрепляет украшение на руке. Минимализм зародился в 60-х и с тех пор его популярность только растет. Добавляя в свою коллекцию практичные и аккуратные украшения в этом стиле, вы точно не прогадаете. Еще одна новинка для ценителей минимализма и практичности – серьги из серебра без вставок. К заказу доступны в двух исполнениях – в покрытии золочения и платинирования. Декоративная часть расположена в основании серьги и выполнена в виде широкой, шлифованной до зеркального блеска поверхности. Низ серьги слегка загибается, придавая изделию дополнительный объем и игру света. Легкие и универсальные украшения для разных возрастов и для разных ситуаций. Представляем вам оригинальные серьги, выполненные в форме изогнутой ленты. Металл, серебро 925 пробы, доступны два вида покрытия – платинирование и золочение.
Надежный английский замок органично продолжает основной силуэт изделия. Изящные и волнующие, серьги словно зеркало отражают свет и создают глянцевые блики. Такие украшения не перегружают образ и отлично дополняют сдержанный тон строгой одежды или наряда в стиле casual. На ваших экранах серьги из серебра без вставок, доступны в покрытиях платинирования и золочения. Декоративный элемент – набор гладких металлических овалов. Стильные и акцентные серьги станут изюминкой вашего образа. Главное преимущество геометрических украшений – их универсальность. Они легко сочетаются практически с любым стилем в одежде – праздничным, деловым или повседневным. При этом они имеют свой собственный шарм. Двигаясь, эти серьги создают гипнотический эффект, завораживая и не отпуская взгляды окружающих. Следующая модель – серьги из серебра в покрытии родирования. Декоративная часть формируется двумя крупными звеньями цепи, соединенными дорожкой из небольших фианитов. Серьги доступны к заказу в двух исполнениях – со светлыми и черными элементами. Легкие, лаконичные и одновременно изящные – эти серьги – отличный вариант для прогулок, праздничных мероприятий или для завершения повседневного образа. Обратите внимание на следующую модель – кольцо из серебра 925-й пробы. Уникальность дизайна заключается в сочетании лаконичной формы и изящности композиции из фианитов и искусственной шпинели. Древние астрономические символы, звезда и полумесяц принадлежали богиням, городам и целым империям. Они и по сей день вносят в любой образ нотки мифичности и невероятной внутренней красоты и силы. Следующая новинка – брошь из серебра в покрытии платинирования. Украшение выполнено в форме кошки с большими и выразительными глазами из искусственной шпинели. Доступны два варианта исполнения. Эта брошь добавит вашему образу игривости, жизнерадостности и озорства. При этом аксессуар довольно универсален. Не ждите особого случая, надевайте брошь всегда, когда она соответствует вашему настроению. И в завершении сегодняшнего видеообзора – серьги из серебра со вставкой из прозрачных фианитов. Доступны два вида исполнения – в покрытии золочения и оксидирования. Украшение выполнено в классическом стиле и подходит для ежедневных образов. На каждой сережке по два фианита в широкой оправе. Миниатюрная и крупная части, в зависимости от настроения, напоминают игривую матрешку, знак бесконечности и неразрывной связи маленьких действий с большими свершениями. Только вы закладываете смысл в свои украшения, и только в вашем образе они раскрываются по-настоящему. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие из украшений вам больше всего понравились. На нашем сайте serebrennayaptitsa.rf представлены эти и многие другие изделия из серебра, бижутерии и золота. Доставку осуществляем Почтой России и компанией СДЭК по всей территории России. Благодарим за внимание и ждем вас на следующем видеообзоре.